Цифровизацию правосудия обсуждают на державинских чтениях. На международной конференции рассмотрят риски и перспективы развития для судебной системы в условиях цифровизации. 21 загородный лагерь, где летом отдохнут 13 тысяч казанских детей. Заполняемость составит 75%. Смена будет стоить от 5 тысяч до 12,5 тысяч рублей в зависимости от программы и лагеря. Центр рекрутинга для волонтеров спецолимпиады скоро откроется в Казани, а пока для ребят организовали симуляцию рекрутинга, чтобы они освоили процесс отбора волонтеров. Участники разбираются в специфике игр и особенностях общения со спортсменами. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.